Рецидивная преступность несет в себе повышенную опасность для общества. Она выражает устойчивое качество и количество совершенных преступлений и связана с упорным нежеланием определенной категории людей вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения, а также с предпочтением ими криминальных вариантов решения своих проблем. В отношении таких правонарушителей предусмотрена более суровая уголовная ответственность. Рецидивом преступления в соответствии с частью 1 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое. В зависимости от характера и степени общественной опасности вновь совершенного преступления и наличия судимости за совершенное ранее преступление, рецидив разделяется на простой, опасный, особо опасный. Последствиями рецидива преступления в соответствии с законодательством Российской Федерации является влечение более строгого наказания за совершенное вновь преступление, опасное. Особо опасный рецидив препятствует назначению условного осуждения. Также при назначении наказания в виде лишения свободы рецидив преступления влияет на более строгий вид исправительного учреждения. Кроме того, рецидив преступления в соответствии со статьей 3 Федерального закона номер 64 является основанием установления административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, а как следствие установления в отношении такого лица административных ограничений.